І самай яскравай і запамінальнай падзеі апошняга года навучання для выпускнікоў усіх факультэтаў Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы стаў баль. Запрашэнне на святочнае мерапрыемства атрымалі лепшыя выпускнікі. Універсітэцкі баль сабраў каля сотні ўчарашніх студэнтаў. Усе яны выдатнікі вучобы, лаўрэаты розных навуковых і творчых конкурсаў, лепшыя спартсмены і актывісты грамадскіх аб'яднанняў. Мы надеемся, что те коллективы, в которые придут наши выпускники, мы очень переживаем за своих выпускников, встретят их радушно, помогут им адаптироваться на первом рабочем месте. Ну а мы со своей стороны всегда говорим, что двери Гродненского государственного университета имени Янки Купалы открыты для всех выпускников, всех годов, всех поколений, поэтому любую помощь, которая нужна будет нашим выпускникам, мы всегда окажем. У падкрэслена ўрачыстай абстаноўцы падзячныя лісты рэктара і нагрудныя знакі ВНУ атрымалі лепшыя выпускнікі Купалаўскага. На плошчы універсітэцкага флага сабраліся прадстаўнікі ўсіх факультэтаў, каля сотні чалавек. Для кожнага з іх студэнцкае жыццё – асаблівы перыяд. Гэта час не толькі плённай вучобы, лекцый і семінараў, але і рэалізацыі самых смелых ідэй і праектаў, глыбокага пазнання і моцнага сяброўства. Некаторыя з маладых людзей ўжо акунуліся ў працоўныя будні, некаторыя толькі рыхтуюцца прыступіць да абавязкаў як маладыя спецыялісты. Многія з тых, каго запрасілі на універсітэцкі баль, працягнуць навуковую дзейнасць. І ў кожнага з маладых людзей, для якіх прагучаў завяршальны акорд студэнцкага жыцця, вялікія мары і планы на будучыню. Мне же посчастливилось учиться семестр в Словении, в университете Марибора. Тоже особенное время для меня, где я завел кучу знакомств. И по большому счету, именно такие обмены вот тоже как-то меня преобразовали, показали, насколько разнородный мир, насколько разнородные люди, сколько я еще не знаю, сколько я могу выучить, узнать, увидеть. Такой опыт, он позволяет по-другому взглянуть на жизнь, и еще продуктивнее работать для того, чтобы реализовывать свои идеи, планы и мечты. Это были очень волнительные 4 года. Никогда не знаешь, что тебя ждет впереди, ты все время к чему-то бежишь, к чему-то стремишься, и на самом деле университет очень мотивирует для этого. Сейчас, оказавшись в кругу друзей, в кругу даже незнакомых, но очень красивых и, я уверена, интеллигентных и умных людей, хочется сказать спасибо университету и, конечно же, спасибо нашему ректору, который дала нам эту возможность. Ну и преподавателям, родителям, конечно же. Я предполагаю дальше развиваться в сферу IT, вот как-то связывать юридическую сферу с сферой IT, потому что в нашей стране это наиболее перспективное направление. Возможно, я пойду в магистратуру, не исключая, скорее всего, может быть, это будет БГУ, может быть, будет ГРГУ, но, скорее всего, это будет белорусский вуз. В принципе, я не планирую уезжать из Беларуси, а планирую развиваться здесь, может быть, заняться бизнесом, ну, посмотрим, как дальше пойдет. Но, в общем, я считаю, что база, которую я получил во время обучения на юридическом факультете, это такая достойная, хорошая база, и, в принципе, она будет применима. Прошли годы насыщенно очень, потому что я старалась взять от учебы в университете все, то есть это и учеба, и научная деятельность, и общественная деятельность в университете. И когда ты старался, вкладывал в это свои силы, свои эмоции, быть здесь сегодня, это того стоило. Усяго ж сёлета 2440 выпускнікоў Купалаўскага універсітэта атрымаюць дыпломы.